О боги! 23.07.15 нас ждет агент, подписывающий игроков со сверхспособностями. Куда уж круче. Что же это за игроки такие? Человек-паук, Росомаха или же мутанты со сверхспособностями? Дети Чернобыля и Фукусимы, блин. Но, если честно, мне не помешал бы нападающий, способный замораживать вратаря или вратарь с тремя руками. В общем, ждем, это будет бомба. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Антон Чейз, и будущее наступило. Итак, стали доступны те самые паки с игроками экстра-класса, с игроками с выдающимися способностями. Итак, Best of 2014-2015, самые лучшие игроки. Да, мне чутка не хватает монеток, но я сейчас всех продам. Открою один такой пак и надеюсь, что там будет достойный игрок. Итак, я взял в банке кредит, и ближайшие пару лет мне сидеть на воде, хлебе и ббшках. Но зато теперь я могу себе позволить открыть пак Best of the Best. Давайте это сделаем. Я уже размял горло, чтобы вдруг, если будет Месси, я заору как сумасшедший. Я специально позвал друга, чтобы он размял мне горло специальным прибором, разминающим горло. Итак, Best of the Best. Очень много черных паков. Надеюсь, там будет хотя бы Месси или хотя бы Роналду. На крайняк, на бабки. Я жму. Так. И в паке игроки экстра-класса с суперспособностями это... Охуеть, блядь! Ебануться нахуй! Джексон Мартинес. Блядь! В каком, блядь, месте он Best of 2014-2015? В каком? Я думал, там будет что-то типа команды года, то есть там будет, ну, Ибра, Месси, Роналду, Суарес, Неймар, там какой-нибудь... Джексон Мартинес, блядь! Пизда. Просто нет слов. Просто нет... Зря ты горло разминал. Зашквард какой.